Где-то есть степи, где-то пустыни, где-то скалы. А у нас в Кировской области леса, глухие, таежные. Каждый год мы заготавливаем 16 миллионов кубометров и отправляем на фабрики, стройки, заводы. Из них 2 миллиона сплавляем по Вятке. Сплав начинается зимой. На берегу бревна связывают проволокой в пучки, а потом укладывают их прямо на лед реки. Тысячи и тысячи пучков, стянутые стальными тросами, превращаются в длинные ленты плотов. Алло, алло, ну как дела на Романихе? Всем сделали. Шестой плот сегодня закончим. Какой объем шестого? 6010. А у Усова как дела? К вечеру свой плот сделают. До самого весеннего паводка стоят заснеженные плоты, ожидая большую воду. И чем ближе весна, тем больше тревоги. Сколько времени простоит эта большая вода? Успеют ли сплавить по ней плоты? Да. Нагорск, сообщаем дополнительную ориентировку по паводку. Пик 679. Нижний рабочий горизонт 420. По прогнозу, время паводка сокращается на 5 дней. Прогнозы, прогнозы. Всего-то паводок длится 15-20 дней, а тут еще грозятся, что он того меньше будет. Сейчас бы солнце побольше, а ночью дождя погуще, чтобы согнать из леса весь снег в речушки и ручейки, а по ним в Вятку. Вот и ждут, днем и ночью. А если не будет большой воды, то обсохнут плоты и останутся на земле до следующей весны. И весь труд на смарку. Ждут, ждут. Внимание у капитана Петербергина! Зенит идет бригаду Истова на плот 211-212. Лебедь и Азов идут на Романику. Наконец дождались. Теперь только успевай поворачиваться. Сколько бы дней ни простояла большая вода, все плоты нужно отправить, да чтобы они целыми на место прибыли. Приходят один за другим пароходы и принимают капитаны плоты, которые поведут по реке. Принимает капитану бригадира и этот первый плот. Сейчас они попрощаются и вместе в путь, только один на пароходе, а другой на плоту. А снова встретятся и смогут пожать друг другу руку дней через 8-9, километров через 900. Вот и начался сплав. Пошел первый плот, за ним еще, еще.
Украина на приеме. Ну как вязка? Вязка трудновато. В сельской крышке чуть было не посадил плод. А ты куда идешь, Леонид Васильевич? На Степановскую, там будем большие грузы брать. Так и плывут. Правда, всем сразу отдыхать не приходится. Днем ли, ночью, все равно кто-то вахту несет. Хорошо, конечно, когда спокойно плывешь. Погода в этом году добрая, ни сильного ветра, который на реке аж до костей пробирает, ни дождя, ни снега, а он здесь в конце апреля нередкий гость. Только мало спокойных участков на нашей реке. А вот таких много. Редко, редко, я Украина, прием. Вечер на приеме. Подходим к Трошинской Волжке. Кто провожать будет нас? Костриков нас ждет, не Уфа. Добро, понятно, до связи. Река как змея извивается, и плот на ней как змея. Тут уж не жалеют сил, все умение свое отдают, чтоб не разбило. Ведь если стукнется о берег, никакие троса не выдержат. Вроде и чуть-чуть коснется, а уж многих пучков не досчитаешь. Если не знаешь нашу вятку как свои пять пальцев, то нечего и на плот садиться. Растащит его по пути, один буксирный трос привезешь. А во многих местах, знай, не знай реку, хоть что делай, все равно самим не справиться, без помощи не пройти. Плот 10 тысяч кубометров, это 10 тысяч тонн, никакие лота не удержат. Ждут там буксирные катера. Отталкивают они плот от берега, осторожно так на середину реки выводят и помогают пройти эти опасные места. И плывет плот от верховьев до устья Вятки мимо сел и деревень, мимо поселков и городов. Сегодня в южных районах Кировской области начался сев яровых. На реках области идет сплав. Десятки тысяч кубометров леса с малых рек Чепцы, Кобры, Летки выведены на Вятку. Позавчера первый плот ушел из самого северного рейда Нагорского. Его буксировка доверена кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, капитану парохода «Украина» Григорию Николаевичу Казаковцеву. Это его 16-я навигация и 65-й плот. Бригаду сплавщиков возглавляет опытный плотогон Александр Федорович Устов. Почти 30 лет водит он плоты по Вятке. Под стать ему и члены бригады Сергей Петрович Рябов, Алексей Александрович Рылов
и Виталий Александрович Кибордин. Все они бывалые опытные сплавщики. Сейчас в пути повятки находятся 34 большегрузных плота. Сейчас плот узенький, метров 40, потому что и река в верховьях узкая. А у советского рейда она раздалась. Тут плот с другим спарить намечено. Совет диспетчер, совет диспетчер, я Украина, прием. Диспетчер на приеме. Подходим к советскому, где вам ставить плот? Ставьте плот на шестую точку. Хорошо, доброго, до связи. Подходит. А бригада хватчиков уже поджидает. Так и называются хватчики, потому что хватают они плот и с другим плотом стягивают. Редчайшая профессия. Это ведь остановить нужно 10 тысяч тонн леса. Остановить точно в положенном месте и намертво связать с другим плотом. Вот так с малых рек идут плоты по 4-5 тысяч кубометров. С верховьев Вятки уже 10 тысяч, а теперь он стал 20 тысяч. В устье Вятки и Соколках плоты переформируют, и в каждом из них уже по 40 тысяч кубометров. И идет Кировский лес по Каме и Волге, в Ульяновск, Куйбышев, Волгоград, Астрахань. А сплавщики скорее самолетом домой за новым плотом, пока не ушла большая вода.